Из-за введенных ограничительных мер и закрытия границ, как вы знаете, объем грузоперевозок на всех остальных видах транспорта, особенно в авиа- и автоперевозках, железнодорожный транспорт стал более привлекательным по сравнению с другими видами транспорта, благодаря надежности и бесперебойности поставок. Объемы железнодорожных перевозок стабильно увеличиваются, начиная с 2019 года, и ковид не обратил тенденцию вспять. По итогам 2020 года рост грузооборота составил 3,5% по отношению к 2019 году, а по итогам 7 месяцев мы также имеем рост грузооборота на 3,3% по отношению к прошлому году. Таким образом, мы считаем, что компания извлекла из этого выгоду в свою пользу.